Всем привет! Сегодня бы я вам хотел рассказать о такой прекраснейшей вещи под названием VAST. Это, можно так сказать, сайт такой, где можно зарабатывать бесплатно валюту для таких игр, как Танки Онлайн и похоже. Как видите, у меня сейчас только 1579 кристаллов. Сейчас я вам расскажу, как зарабатывать кристаллы. Во-первых, вам вот все способы заработать. Вот эти R — это ричики. По-моему, курс 1 ричик — это 5 кристаллов, да. То есть вот за 10 ричиков, сейчас я их наберу, покажу вам, как набирать. У меня на данный момент 9. И когда я наберу 10, мне должны зачислить 50 кристаллов вот на этот аккаунт. Да, поздравьте меня, у меня появился новый аккаунт вот с вот таким вот гаражом. Да, конечно, гараж, я скажу вам, не очень, но я хочу немного подонатить и купить легкий танк М1. Почему, скажете, нелегкий танк М2? Ну, просто вот потому. Так, ладно, что-то я зациклился уже. Итак, нам предлагаются разные способы. Я пользуюсь, допустим, вот смотреть. Сейчас, 30 секунд посмотрим. Ну, я вам немного еще расскажу. Вот. Можете вот так включить. И все. Конечно, это ТВ-завр будет, потому что там есть еще видео море, ну, СТС, вот это, бла-бла-бла-бла-бла. Да, я еще тут выполнил одно задание, за которое должны 60 ричков дать. Или 160. Я уже, если честно, не помню. Вот сейчас реклама пройдет, и мы будем смотреть. Да. Мышка у меня, конечно, что-то не то с ней. Может, на записи все будет нормально. Так что я ее пока что уберу. Вот мы бла-бла-бла, смотрим, да-да-да, тут смотрим. Вот когда будет 30 секунд, можно будет уже смело закрывать страничку. Ну, да. ТВ-завр иногда сайт такой лагучий, и иногда и нет, иногда да. Я не знаю, как понять. То есть он, то иногда, жух, все, сразу, быстро, но нифига. Так, вот, уже сейчас досмотрим, быстренько. Надеюсь, нам дадут, потому что я тут это, по-моему, уже смотрел, и нам могут не дать. Все. Так, обновляем страничку, вот. Наш баланс 10 ричков. Даже не успел обновить, как они уже появились. Жмем вывод. Да, привет, Сергей Моргунов, это то, что, ну, это не я, это не мой аккаунт ВКонтакте там, так что без разницы, ребят, ладно. Вот, вводите свой ник, ну, то есть логин, и вот, игровая валюта. Сейчас мы выведем 50 кристаллов, вот, жмем вывести, ждем. Вот он написал, вывожу, и вот, операция успешно завершена. Заходим, у нас 1579 кристаллов, вот, запомните, и ждем. Сейчас они придут. У некоторых людей они могут приходить мгновенно, но у меня они приходят через некоторое время. Вот сейчас еще. У меня самое долгое было это, ну, секунд так 50-40. Ну, это самое-самое, вот, все. Благодарим вас за покупку. Ой, благодарим за покупку. Куплено кристаллов 50. Всего начислено кристаллов 50. Закрыть. И как вы видите, эти кристаллы у меня появились. Вот. Ну, что я вам скажу? Что я вам могу сказать? Вот. То, что, ну, мне понравился этот сайт очень-очень. С помощью вот даже вот можно тут всякие покупать. Вот эти вот тоже, ну, краски, комплекты. Ребят, ну, я не знаю, ну, как-то просто сами вот посудите, да. Ну, бесплатные кристаллы. Почему немного, да, тут, ну, месяц так просто задание повыполнять, там, ну, можно так сказать, посидеть, прям углубиться вот в эти игры, получить столько ричиков вот этих, потом вывести, ну, средний танк просто сможете купить сразу. А что я вам хочу сказать?
Всем спасибо за внимание. С вами я был Фосуэлс. И подписывайтесь, ставьте лайки. И ссылку я, конечно же, оставлю на эту программу в описании. Всем пока.